пробная езда перед поездкой в Крым. Сейчас будем учиться ездить с прицепом. Вот ты правильно, вот видишь, вот это белое, видишь белое, вот правильно, вот все. Вот его положил, это 9 и 2 блока. Теперь вот это. Ну, кто-нибудь, да, кто-нибудь туда подтягивает, а Саша там не дотянется. И высоко. Дим, ты оставляй. Если это вниз, нужно что-то переходить между ними.
чтобы вы не думали, что я просто так тру потолок, тут есть, правда, такие вот пятна. И они как бы идут по всему потолку. Я не знаю, что это, от мошек это, или откуда это берется, или взялось. Но вот я оттираю вот эти все следы, потому что мне лично приятно, когда потолок чистый, без всяких таких вот штук. Поэтому я все вот так вот хорошенечко оттираю. Вот, вы можете увидеть. А вот и бассейн. Достаточно много вот таких вот штук. Поэтому я вам показываю все в быстром варианте. Вот здесь вот тоже вот видно заляпанность. Так что я вот это вот, вот такое вот всякое на дверях отмываю. Вам со стороны может и не видно, но... Ой, я двигаюсь дальше, а вы смотрите.
Ну что, прицеп мы с вами помыли. Сейчас я вам показываю то, что я буду брать с собой. Собирала все по списку. Вот, в принципе, и список. Я надеюсь, будет вам видно. Если не видно, то постараюсь прописать все в описании под видео. Так что заглядывайте и смотрите, кто ездит с палатками, тому будет очень актуально. Итак, начнем с этой стороны. Здесь мне нужно кое-что еще ушить. Буду делать либо сейчас, либо в дороге. Беру с собой подсчитать. Здесь топку мне нужно сейчас погладить перед тем, как упаковать. Здесь вся техника, колонки, GoPro, штатив, скотч, вилки, ложки, маленькие ложки чайные, маникюрный набор, нитки с иголками. Здесь все от видеорегистратора. Значит, здесь шампуни, всякое мыльно-рыльное, витамин, который мы пьем каждый день, это я положу поближе. Здесь у меня аптечка, все на всякий случай беру. Вот две сумки, сейчас еще один рюкзак принесу, в который буду все вот это складывать. Надеюсь, все у меня поместится, хотя очень сомневаюсь. Здесь это, получается, платье, если я вдруг решу фотографироваться на море. Две панамки и на купальник такая накидочка. Здесь Пашины футболки. Там еще часть нужно, которую погладить. Так, значит, теплые вещи, просто что-то накинуть вечером. Шорты еще одни там погладить, носки, плавки. Так, плавки сюда. Нижнее белье, опять носки. Мои три платья и одна футболка. А здесь, получается, все купальники, Пашины плавки, полотенца для моря, полотенца после душа, подушки, на которых будем спать в фургоне, мои солнцезащитные очки. Я думаю взять еще вот эту подушку, чтобы было, возможно, удобно спать, или, не знаю, брать, не брать. Сейчас посмотрим, насколько это все будет в объеме. Еще собрала уже здесь в коридоре комплект постельного белья, одеяло, полотенца. Здесь у меня, получается, наши сланцы, обувь какая-то, плюс сверху лежит кран, который нужно будет установить нам на кухне, средства для септика, для туалета, для нашего, и там всякие коралловые тапочки, сланцы и так далее. Здесь у нас продукты я покупала на всех, плюс туалетная бумага, такие расходники на всех, и еда в дорогу. Тут мы уже приготовила вот эти вот, вот в этих кроссовках мы поедем. Вот. Ну, вроде как-то так. Сейчас попробую все это уместить в сумке.